Сцена пятая. Купание. Леопольд, где ты был? Леопольд! Отис, мы же все будем ждать его. Уже половина шестого, он даже не одет. Он будет готов, милорд, уверяю. Какой готов? Он должен быть великолепен. Позвольте. Могу я сказать, сэр? В чем дело? Вы дали ясно понять, что ухаживания не доставляют вам удовольствия, но могу я предположить, что это может быть приятно? А что может быть приятного в том, что на тебя глазеют, как на диковинную вещь, когда даже не собираются спрашивать твоего мнения, когда дядюшка постоянно караулит тебя в прихожей? Все дело в том, что вы даже не пытаетесь найти в этом положительную сторону. Ведь есть же еще сердце. Говорят, любовь — это спасение. Вот как? Возможно, однажды я все-таки приму такое спасение, Отис. Если встречу девушку, у которой не будет таких теток. Ваша светлость. Я объясняю. Вы танцуете как стадо коров. Вы редкая женщина. В комнате становится светлее, когда вы уходите. Сцена 32. Марти, четвертый этаж. Боже. Марти, четвертый этаж. Стюарт, ты забыл какую-то ерунду. Стюарт. Сцена 43. Лифтер. Не знаю, как это произошло. Мы нашли его в шахте. Стюарт! Лео, что ты здесь делаешь? Иди немедленно в квартиру. Его отвезут в госпиталь. В госпиталь Гудмана. Вот здесь. Там его нашли. Ясно. Лифт. Обед. Сцена 60. Сон об Отисе. Сигары и бренди перед сном, милорд. Нет. Что ж, хорошо. Доброй ночи. Отис. Сцена 136. Купание после.
Кейт, не задерживайся там очень долго, я начну через пару минут. Ладно. Милорд, могу я сказать? В чем дело? Вы дали ясно понять, что ухаживание не доставляет вам удовольствия, но могу я предположить, что это может быть приятно. Говорят, любовь — это спасение. Так я скажу, любовь — это ложь. Ваша светлость. Все это время я считал, что мою веру в жизнь нельзя поколебать, но я никак уж не предполагал, что все может оказаться настолько запущено. Сцена 145. Уроки жизни Джей Джей. Вы знаете, я вырос в этом районе, на противоположном берегу реки. И у моей семьи не было того, что было у других семей в округе. Возможно, мы не могли позволить себе лучшую машину. Может, у нас не было денег, чтобы я получил образование в лучшей школе. И, возможно, он... Они не позволяли папе стать членом их клуба, потому что были некие условия. И, возможно, потому, что я не имел того, что имели остальные дети. Я все же понял, что есть вещи, которые я могу делать, и за которые не надо платить, и не нужно образование. Я понял, что могу радовать людей. И с этим все в порядке. Я тот, кто радует вас, люди. Знаете, каждый вечер, ложась спать, я вспоминаю один образ. Образ девочки. Девочки из трущоб. Возможно, у нее и нет того, что есть у всех остальных детей вокруг. Возможно, у ее отца затруднительное положение. И может, однажды утром, готовясь идти в школу, она кусает бутерброд и останавливается. И на мгновение эта бедная девочка улыбается и говорит: «Спасибо, мама». Я не знала, что мне можно есть масло. А мама отвечает: «Это не масло, милая, это маргарин». Давайте помнить об этой девочке. Спасибо. Спасибо. Сцена 146. Откровение в такси. Это фотографии прошлого, а не будущего. Не обязательно. Смотри, если ты отправляешься в прошлое, а не в будущее, то твое будущее в прошлом, и это фотографии твоего будущего в прошлом. Погоди-ка, Стюарт. Если Кейт сейчас вернется в прошлое и будет там слева, значит, она твоя Потом разберемся. Пошли. Да, пошли.